Неделя в запое, ни спать не дает, ни жить, а и на работу к 8. Так расскажут люди о типичной паре, где в семье есть зависимые. Он от химического вещества, она от него. Что такое созависимость? Созависимость можно определить как эмоциональную зависимость человека от значимого для него другого человека. Почему жены алкоголиков не уходят от мужей? Он как-то пьяный приходит и падает на землю, и нежно на него ложатся. Папочка, вставай! И что делать, если в нашей героине вы узнаете себя? Об этом в программе «Собственный взгляд». Тема алкоголизма и созависимости излюблена режиссерами российского артхауса. По сюжету героиня фильма однажды в провинции переезжает из столицы в захолустье. Селится у сестры, живущей с мужем, ветераном Чеченской войны. Муж унижает сестру, пьет, но та продолжает слепо любить его. Настя пытается помочь и не замечает, как сама постепенно становится зависима от жизни в провинции и от нового мужчины. Как и большинство женщин этого города, Настя попадает в круг созависимых людей. Пошли. Пошли. Созависимый человек, он, как правило, одновременно чувствует себя и жертвой, и спасателем. И вот это спасательство, оно это худшее, наверное, что может быть. Конечно, оно прикрывается, вот это спасательство, такими благородными, да, чувствами, намерениями, любовью, заботой. Хотя, на самом деле, так скажем, грубо говоря, это, ну, медвежья услуга, потому что именно вот эта роль спасателя, да, она, в принципе, необходима самому созависимому. Конечно, это не осознается. И почему зачастую эти пары не распадаются, да? Мучается эта бедная женщина с этим своим мужем-алкоголиком, страдает этот алкоголик от своего алкоголизма и от жесткого контроля своей жены, но пара не распадается. Они распадаются именно потому, что, в принципе, зачастую созависимые, они нуждаются в своих зависимых партнерах. Марине чуть больше 30, она замужем, воспитывает двоих дочерей. Ее муж пьет, но на ее руке по-прежнему обручальное кольцо. Уходить от запойного мужа женщина не собирается. Мы пытались, я и дети уговаривали. Умоляли, но кодироваться, сколько раз мы его просили. Марина не видит выхода из сложившейся ситуации. Спалит квартиру, газ пустит. И что мне потом соседи, за какой счет выплачивать им? Мало того, что квартира сгорит, детям ничего не останется. Ей стыдно перед соседями и родственниками. Один неверный шаг, и она безжалостная. Ведь как она могла так поступить? И собаку жалко. Вот это самое популярное, что люди скажут. То есть, вы знаете, как в зависимой семье царит закон молчания такого, да, то есть никому никогда не говорить об этой проблеме, потому что что скажут другие люди. И очень важно, когда человеку говоришь, например, созависимый, знаете, вы должны отдать ответственность своего близкого, да, за его поступки, ему же самому. На что мы слышим ответ? А что подумают люди, что я бросила, что я там не протянула руку, что я не помогла? Поэтому она посвятила жизнь спасению алкоголика. Она оберегает его, содержит, заботится. Пока он пьет, она придумывает ему оправдание на работе. Говорю всякую ерунду, чушь мелю, что там ему там или заболел, или плохо. Ну а что мне делать? Мужчина не видит денег, ведь пропьет же. Она контролирует его доходы и расходы, досуг. И все ради него, а он по-прежнему умудряется выпивать. Еще одна характеристика – это их стремление к контролю, контролирующее поведение. Это то, что вот очень часто свойственно зависимым людям. Причем они пытаются контролировать неконтролируемые вещи. Правильно? Мы не можем контролировать другого взрослого человека. Он все равно выходит из-под нашего контроля. Но созависимые пытаются это делать. В этой истории нужно обратить внимание на два момента. Во-первых, Марина очень долго отгоняла от себя мысль о серьезности пьянства мужа. Во-вторых, за эти годы Марина из мягкой, любящей жены превратилась в домашнего контролера, строгого, жесткого и безрадостного. Она, как и муж, живет от запоя к запою. Ее личность перестает существовать отдельно от мужчины. Созависимые стремятся контролировать своих близких людей. Это у них с трудом получается, это вызывает у них чувство бессилия, депрессию, разочарование, гнев зачастую на близких людей.
Единственная проблема ее жизни – его запои. Женщина уверена, если муж перестанет пить, все изменится. Как-то исправится. Все-таки дочки не влюбят. И он их очень любит, но... Чаще всего, конечно, эти люди не обращаются с запросом о помощи себе, потому что мы уже помним, что я говорила, что для них личные интересы и личные какой-то задачи, цели, они подменены именно целями другого человека. Поэтому они приходят с запросом на изменение другого. Сделайте так, чтобы он что-то сделал или чего-то не делал. Психотерапевт объясняет, что изменить другого нельзя. И помогать в первую очередь надо себе. Когда мы начинаем говорить о том, что, знаете, вашему родному человеку, близкому для вас человеку помочь невозможно в силу того, что он не хочет принимать эту помощь, но есть выход. Вы можете начать меняться сами, вы можете начать узнавать, что происходит с вами. Да? Мы начинаем объяснять, что происходит, что это созависимость, в чем ее проявление. Да? Есть определенные характеристики этого. Как правило, здесь мы встречаемся с сильным сопротивлением. Я хочу сказать, даже гораздо сильнее, чем у зависимого человека. То есть этим созависимый от зависимого ничем не отличается. Да? Зависимый говорит очень часто, то есть у него работает механизм отрицания, у меня нет проблемы, я не алкоголик, я не наркоман. Созависимый, в принципе, делает то же самое. У меня проблемы нет, проблема у моего мужа. Причем разговоры о кодировке остаются лишь разговорами. Созависимый предпочитает дать рыбку вместо удочки, то есть помочь выйти из запоя или добраться домой, а не дать зависимому возможность научиться решать свои проблемы самому. Спасатель, вот именно созависимый человек, он прибежит на помощь даже тогда, когда его не зовут, когда в этом нет необходимости. Человек может обрести свой опыт сам, сделав что-то, но он прибежит, поможет. Именно не научит ловить эту рыбку, он даст эту рыбку, чтобы в следующий раз был нужен... Он же этот спасатель, чтобы опять дать эту рыбку. Человек не созависимый, да? Он придет, научит, как держать в руках удочку, как ловить, скажет: дорогой, вот я тебе показал, в следующий раз давай сам. Существуют определенные стереотипы поведения созависимого человека. Уснул пьяный на ступеньках, жена надрывается, но тянет его домой, чтобы соседи не увидели. Не может проснуться утром, звонит на работу и говорит, что заболел гриппом или отравился чем-то. Утром на похмелье спасает. Порвал штаны, когда валялся пьяным, приводит в порядок и опрятным отправляет на работу, обхаживает его. Убирает после него все последствия посиделок с друзьями. И если мужчина попал в милицию, выкупает и спасает его. Есть возможности преодоления вот этого созависимого поведения. Ну, конечно, для этого нужно обратиться к специалисту, для этого нужно пройти определенный там курс терапии. И, в принципе, это должно развиваться, ну, и в дальнейшем все время это поддерживать. То есть понимать, что я делаю, для чего я это делаю. Очень трудно, конечно, признать той же женщине, да, что на самом деле мотив того, что я спасаю этого человека, не такой благородный, как я себе рассказала, что я его спасаю, а на самом деле просто потому, что его не будет, я не буду себя чувствовать нужной и значимой. Созависимые совершают одни и те же ошибки, повторяя их изо дня в день, из года в год. Это происходит из-за того, что у созависимых занижена самооценка. Для них важно, что скажут о них окружающие. Им стыдно, что их близкий человек опозорится перед другими людьми. Что люди о нем подумают, что люди подумают об их семье, как будут чувствовать себя дети. Но стыдно должно быть не членам семьи, а тому, кто это делает, зависимому человеку. Главное понять, что только он ответственен за свои привычки и проблемы, ведь человек с химической зависимостью давно повзрослел. Он добрый, понимаете, он добрый человек. Да они на него так влияют, что он... Ну, не может удержаться. Вот представьте, он пьяный, ползет весь в крови домой, потому что падал по дороге или там где-то его побили. Они же, думаете, его доведут до дома. Нет, мы идем с детьми. Возможно, муж излечится от алкоголизма. Но для уверенности в счастливом будущем лечение должны пройти оба партнера. Очень часто так бывает, что зависимый человек начинает выздоравливать, его близкие люди нет. И вы знаете, человек перестает пить, но семья разваливается. Хотя та же жена пришла и сказала: вы решите проблему, пусть он перестанет пить, и будет все хорошо. Он перестает пить, но семья не продолжает, опять же, потому что жена не находит реализации вот этих своих спасательских, да, то есть спасать больше некого. От мужа можно уйти, но как отказаться от своего ребенка? С проблемой созависимости часто сталкиваются матери, которые посвятили свою жизнь детям. Когда мы слышим, как специалисты приходят к нам зависимые люди, они рассказывают: вот мы
мы лежали в больнице. Я спрашиваю, вы вдвоем лежали в больнице? Нет, сын лежал, которому 35 лет. Мы только выписались. Но самый, конечно, для меня курьезный случай, когда пришла женщина, взрослая женщина, даже сказать такого уже преклонного возраста, и когда она сказала, нас с сыном бросила жена. У Веры Павловны сложная ситуация. Ее сын был воспитан в любви и взаимопонимании. Она посвятила ему всю себя и надеялась, что его судьба сложится хорошо. Но жизнь распорядилась иначе. Конечно, очень больно, обидно. Старался всю жизнь для детей жить. А тут человек, понимаете, пропил все. Он уже тащит из дома все. То в ломбард, то кому-то продать, чтобы получить хоть какие-то деньги на выпивку. Сын – человек безвольный. По моим подсчетам, это не болезнь, а распущенность, страшная распущенность, которую уже не хочется взять человек в руки. Она надеется на помощь других людей. Может быть, что-то еще они могут ему, как мужчина мужчине, скажем так, помочь и ввести в чувство, я не знаю. То ли силовым методом, то ли каким моральным, не знаю. Но только когда он сам решит избавиться от зависимости, это произойдет. И не по мановению палочки, а благодаря поэтапному лечению. Но если это человек осознает, он начинает искать другие пути быть нужной и быть значимой. Он научается отпускать этого бедного алкоголика, да, который наконец-то сможет там, пусть встать на колени, но, может быть, с этих колен увидеть, где он находится. А созависимый может начать свою собственную жизнь и, опять же, большую часть своего внимания отдать своей семье, детям и всему прочему. На мой взгляд, чтобы решить проблему созависимости, надо найти свой смысл в жизни, который не зависит от окружающих. Ведь жить надо не ради кого-то, а для себя. И только мы ответственны за свое счастье.